конференц-зале храма на Крови по благословению митрополита Евгения 26 марта в 18:30 состоится творческая встреча с поэтом из Донецка Анной Ревякиной. Анна Ревякина – русский поэт, публицист, член Союза писателей России, член правления Союза писателей ДНР. На встрече состоится показ фильма режиссера Константина Зайцева «Рождество в Донецке», продюсером которого выступила Анна Ревякина. Вниманию зрителей будет предложен сборник «Антология русской военной поэзии 2014-2022. Воскресшие на Третьей мировой. Вход свободный. Обязательно предварительная регистрация».